Всем привет! Вот что сегодня доставили посылки. А вот очень приятно. Особенно ждала. Выглядят как какие-то финики, но на самом деле это джида или лохус колесный. Со стандартным лохом ничего общего не имеет. Это такая ягода, которую, если верить литературу кошачьих кошек, очень любят различные представители семейства кошачьих в качестве небольшой растительной закуски. Давайте проверим, насколько эта ягода интересна Тишичу. Тиш. Ну, в общем, она ему не сильно интересна, да, Тиш? Вкусно? Вкусно? Нет? Тиш? Да, она ему не сильно интересна. Может быть, если ее вскрыть... Тиш, Тиш, смотри. На удивление, она имеет такую бархатистую структуру. Сильно крошится. Не знаю, насколько это вообще вкусно. Кот интереса не проявил. Так я и думала. Кошки-хищники. Вообще ягода на вкус похожа на высушенное яблочко. Я бы не сказала, что она безумно вкусная, но похоже, что она действительно достаточно питательная. И, в принципе, если Тиша откажется ее есть, ну, он, очевидно, откажется ее есть, эти ягодки можно будет отнести в лес и подарить белочкам.